Асбестовцы жалуются. По городским дорогам невозможно проехать. Яма подстерегает неосторожных водителей даже на центральных улицах. Дорожникам приходится предпринимать экстренные меры. Асбестовские дороги губят машины горожан. Водители хором жалуются на недостатки дорожной сети города. После схода снега на дорожном полотне образовались глубокие ямы. Как говорят автовладельцы, на такой дороге можно запросто убить машину. Снег тает, асфальт сходит. Дороги, конечно, честно говоря, ужасно состоят. Поэтому мы комиссионно обследовали дороги, которые обслуживают управление заказчика. Значит, выявили, по крайней мере, дефектов на 21 тысяч квадратных метров. То есть это проспект Ленина, ну, основные дороги города. Нередко итогом поездки становится пробитое колесо или поломанный бампер, страдает и подвеска. А на выезде из ямы машина становится неуправляемой, что может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. В качестве экстренной меры дорожники засыпают пробоины щебнем и старым асфальтом. В таких условиях находится не только наш город. Посмотрите, там тоже засыпает ямы и щебнем, и холодным асфальтом. Ну, для чего делать-то, чтобы не было ДТП? Потому что большие ямы, автомобилисты, скоростной режим соблюдает плохо, потом летят колеса, потом начинаются иски управления заказчика, к подрядчикам и так далее. Поэтому засыпать ямы будем, и это нужно, чтобы у нас не было ДТП. Водители утешают, что это лишь временная мера, и в скором времени в городе начнутся ямочные ремонты. В первую очередь чинить полотно будут на центральных улицах. Что касается улицы Ленинградской, где пострадал автомобиль нашего оператора, ее ждет полноценный ремонт. Проект уже подготовлен и в настоящее время находится на экспертизе. В проекте у нас заложено фрезеровать дорогу, положить два слоя асфальта. В рамках ямочного ремонта в первую очередь будут ремонтироваться дороги, по которым идет наибольший поток машин. Это улицы Ленина, Плеханова, Володарского и Луговая. Горожанам остается набраться терпения и быть особенно осторожными за рулем. Татьяна Мельникова, Сергей Шелковкин, Новости ТВ.